Доброе утро и Армении. И, как известно, вот в то же время на полях... Вот после этих новостей очень удивительно читать заявление господина Помпео, который называет какие-то режимы преступными. Вы на себя посмотрите. Вот единственное, что хочется сказать в этой ситуации, это абсолютно внутреннее дело Соединенных Штатов. Мы прекрасно понимаем, что это результат жесточайшей политической схватки, которая происходит между политиками и политическими объединениями. Исчерпали ту проблематику, о которой я хотел задать свой вопрос. Учитывая, что она является политической заключенной, и все, что происходит вокруг нее, не имеет никакого отношения ни к юриспруденции, ни к правосудию, ни к следствию, а является исключительно и только политическим давлением, шантажом, и применяется огромная линейка инструментария по просто, не знаю, психологическим экспериментам над ней. Так вот, все решения, которые она примет, которые будут направлены на ее освобождение, они будут нами поддержаны, как мы ее поддерживаем с первого дня. Призыв стран сопредседателей принять конкретные меры с тем, чтобы готовить население двух стран. Согласно имеющейся информации, в ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения с тем, чтобы, воспользовавшись введенным, в том числе в Донецкой и Луганской областях, режимом военного положения, организовать стремительное наступление на Мариупольском направлении с целью захвата находящейся под контролем Донецкой территории Приазовья и выхода на границу с Россией. Можно ли действительно фиксировать сегодня такой некий диалог между... Как вы знаете, в ноябре словацкие власти выслали из страны российского военного дипломата, поскольку в соответствии с устоявшейся и общепринятой дипломатической практикой подобные недружественные действия всегда влекут за собой зеркальные ответные меры, то на днях персона нон грата в Российской Федерации был объявлен словацкий военный дипломат, которому надлежит покинуть нашу страну в течение 2 суток. Действовать положительной, позитивной динамике, направленной на достижение главной его выработки, я уточню. В принципе, господин Лавров с господином президентом Азербайджана будет...